Всем привет! Попросили сделать обзор на эти наушнички. Что сказать, я ими особо не пользуюсь, вполне себе. Так, что-то камерка у нас. Так, ну что рассказать, там здесь три режима работы есть. То есть там есть FM-радио, как MP3-плеер он. И можно подключать вот 3,5 разъемчика тут есть. И просто с телефона, с компьютера, с MP3-плеера можно музыку, они воспроизводят. Так, вот здесь вот сверху кнопочка включения. Включаем. Снизу синенькая лампочка загорелась, значит все работает. Вот они уже играют у меня. Сейчас играет с флешки. Чтобы включить радио, здесь вот кнопочка М. Вот радио. Еще раз нажимаем и включаем вход. Так, саму флешку. Блин, как неудобно. Саму флешку вставляется вот сюда. Объем какой он читает, не знаю, я оставил 8 гигабайт. В принципе, куда там больше-то. Из минусов сказал бы, что вот еще старый мини-USB для зарядки. Также можно подключать для... как картридер будет, если карточка вставлена. Будет как картридер при подключении к компьютеру. Так, вот эти кнопочки у нас. Ну, естественно, когда слушаем с карточки... короткое нажимание, ну так вот, чик-чик, перелистываем треки, то есть дальше, вперед-назад. Если нажать и держать, ну громкость будет больше-меньше. Когда радио слушаете, значит тоже громкость также, и радиостанция перещелкиваем. В принципе, когда подключено через... этот разъемчик, то можно тоже громкость регулировать. Больше ничего не. Так, кнопочка М, так рассказал. То есть вот, когда FM, ну, в режиме FM радио включено, жмете кнопочку, начинает искать радиостанции. Что тут еще про них рассказать? Да. Заряжать можно как от компьютера, так и от розеточки. Включаем. Подключаем, загорается красная лампочка. Зарядка пошла. Из минусов. Бум-бум, все гремит. В принципе, ну так, звук ничего, послушать можно. Громкость на уровне. Без всяких опознавательных знаков. Тут есть только вот левая, правая. А я что-то наоборот надевал, ну ладно. Еще был косяк сразу же. Вот эта фигня очень плохо припаяна. При первом же включении провалилась туда нафиг. Пришлось разбирать, благо они тут, ну, разбираются вот элементарно. Снимаем эту фигню. Тут у нас даже, ну, дырочки по 4, саморезика там такие маленькие-маленькие. Оказалось, что их вообще 3, то есть одного не было. Так, сейчас выключу. Так. Пришлось припаивать назад. Ну, сейчас он держится, конечно, но приходится шевелить. Если слушаете с колонки, чуть-чуть приходится пошевеливать разъемчик, чтобы одно ухо, короче, играет. То играет, то нет, надо шевелить, ловить момент. В принципе, так ничего. Но я думаю, долго не послушаешь, уши потеют. Я не люблю такие наушники. Кстати, вот есть у него, наверное, на бошку побольше можно нацеплять. Что еще сказать? Я их заказывал уже давно, не помню, когда, но стоили со скидкой 600. По-моему, 14 рублей. Точно не скажу.
Сегодня зашел, там посмотрел, как бы цена там 1000 с лишним, минус 52%, что ли, это скидка. И цена на них аж 640 с лишним рублей. Ну, не знаю, стоит ли это денег. В принципе. Можно использовать как FM-радио. И, ну, как MP3-плеер, но чтобы подключать компьютер. Есть получим одну модель. Покупать это же дело ваше. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания всем.